Значит, уже третий год подряд проводится это мероприятие. И задаю часто вопрос, а смысл этого мероприятия, для чего он проводится? Мне кажется, что здесь как минимум две цели. Первая цель – это помочь молодым ученым наладить взаимодействие с государственными структурами. Современная наука немыслима без помощи государства, без помощи финансовой, организационной и прочее. И вот такого рода мероприятие, вот такой форум, он помогает найти контакт, найти поддержку в лице государственных структур. Термин «молодые ученые», он порождает какое-то, знаете, такое у некоторых снисходительное, что ли, отношение. Ну, молодые, что это. У некоторых это со времен еще службы в армии, да, что молодой – это вот тут еще недостаточно зрелый и так далее. Но я бы хотел обратить внимание, что большинство научных открытий делается именно в молодом возрасте. Поэтому, оказывая поддержку молодой науке, молодым ученым, наш фонд оказывает поддержку науке в целом. Маститыми учеными они станут позже, а сегодня это люди, которые находятся в таком творческом поиске, которые ищут и себя, и стремятся, чтобы их знания, чтобы их умения могли быть применены на практике для своих государств. И я думаю, что наш фонд обратил еще 3 года назад внимание именно на эту сферу, это очень важно.